Ночная смена докладывает. У нас ла полиция едет из Брэкстона через озеро Нью-Хейвен. Это клуб бунтарей. У нас на хвосте копы. Идут за нами в даунтауне. Поезжай, старший брат, и выиграй гонку. Бой! Шумовая бомба летит! Мы рвем Сильвер Кэньон на части! Серебряная шестерка в Барио! Мы тут копов поймали, и они все дрожат, как мыши! Кто знал, что поступать по закону может быть так приятно? Учись, малыш Тай! Я броня 22. Мы ведем несколько погонь по округу и центру города. Прошу срочную поддержку. Ситуация опасная и развивается быстро. Позже разберетесь. Отправьте все доступные машины за Морганом. При всем уважении, мэм. У нас несколько безрассудных водителей ставят под угрозу государственную собственность по всей местности. Положение критическое. Вас поняла, броня 22. Красный код. Всем патрулям в районах с 1 по 4. Срочно задержать всех нарушителей. Вернуть Фортуну Вэлли под контроль. Приятно видеть, что у нас много друзей в долине. Брат, мы тут все за тебя. Иди и побеждай. Лидерство мое. Нашего парня Тайлера не остановить! Он в тройке лучших, несмотря на помехи копов. Медленно едете, ребят. Финиш внедорожного этапа, и Тайлер в тройке лучших. Он все еще может сделать рывок. Еще чуть-чуть, уже скоро. Первое место во втором этапе бандитской гонки, тот встретится лицом к лицу с прошлогодним чемпионом. Будет ли это Тайлер? Согласно магии Куратора, все знаки указывают, что... Хорошо справился, Трай! Ура, брат! Спасибо за помощь, Марк! И Тайлер! Этап бандитской гонки.